Коран – это книга, которая была ниспослана пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи ва саллям. Она была ниспослана в течение 23 лет, ситуативно, в зависимости от определенных ситуаций, при определенных обстоятельствах. То есть Коран не была некая книга, которую писали сами люди, нет. Коран – это не слова пророка Мухаммада, ни в коем случае нет. Все, что содержится в Коране, все, что есть в Коране, это есть речь самого Создателя Всевышнего Аллаха. На русском языке «Бог» говорим, на английском «Good» говорим, на персидском «Худо» говорим, на арабском говорим «Аллах». Но речь идет о ком, о чем мы говорим все? Говорим об одном единственном, абсолютном, всемогущем Создателе, по могуществу и воле которого сегодня мы появились, и весь этот наш мир тоже.